Всем привет, дорогие друзья! 31 число сегодня, мы продолжаем готовить. Сейчас там уже будем готовить, доставать уже утку, пробовать грибочки. А сейчас я покажу вам рецепт. Ну, это тоже Юля нашла, просто я готовлю его. Частично я готовлю. Это лаваш с яйцами, крабовыми палочками и сырком. Вот что нам понадобится для самого лаваша. Лаваш, естественно, для самого лаваша. Такой сырок мы такой купили, горшковый комо. Ну, типа пишут, что хороший. Укроп, крабовые палочки и яйца. 5 штук. Яйца и крабовые палочки режем, это нарезаем. Яйца и сырок, бляха-муха, перетираем. И это все с майонезом. Сейчас покажем, как это все будет выглядеть. Ну вот мы все нарезали уже, чтобы это все не забивать эфир. Сейчас натираем яйца и сырок. Сырок, кстати, чтобы натирался хорошо плавленый, мне Юля подсказала, что в морозилку можно его ложить. Он твердеет и вот так вот как жижа не болтается. Такой штрих, он хорошо, он куски. Да я ж хорошо тру. Так я в тарелке вижу куски. Теперь вот это всю эту жижечку перемешиваем до такой вот консистенции и добавляем майонез. Майонез, чтобы она была такая, ну, мазалась на такая жижа была, которую можно было намазать на лаваш. Наверное, вкусная штука. Европейский торчин. Или что-то этот не понравился, торчин майонез. Добиваемся такой липкой клейкой массы. А мы зомбоящик включили, сегодня ж Новый год. Мы уже 2 года, наверное, не смотрели. Мы только на Новый год включаем, и тут показывают каких-то мудаков. Что-то типа смешное рассказывают. Из года в год, блядь, одно и то же рассказывают. Шутки уже одни и те же, уже вообще, то есть... Так уже, знаете, аж тошнит от них всех. Вот эти их не... Российские каналы, эти мудацкие аншлаги, блядь. А у нас вот эти вот одни и те же рожи, эти дизель-шоу, этот Зеленский, одно и то же. Не, он смешной, по-первых, вообще смешно было все. Мне уже честно, мне от этой политики, высмеивания этой политики. Знаете, у нас в стране ничего смешного не происходит. Они... Вот это, а я же говорю, что ничего не меняется. Там аншлаг, тут 95-й квартал. Ты лучше расскажи, как ты вчера кашлял, сказал, ну это твоя готовка. Ну, Юля, ну, о, глаз дергается, нерв. Вот это, говорит, ты тут свеклу свою варила. Не, мы вчера, короче, там вот это варили какую-то свеклу. Ну как и... это какую-то? Свекла это свекла. И сильно было не душно, как мокро. Сильно
Сильно было, значит, мокро. И у меня ночью пересохло горло. Я так начал кашлять. Мне еще Юля будет. Ну, я уже, знаете, такой, ну, психанул. Ну, это я с этого. Это я просто сонный был. Что сказал, что это из-за твоей этой готовки. У меня кашель начался. Кстати, сегодня еще покурю. Завтра уже по идее. Вот, в принципе, консистенция. Вот примерно, да, наверное, такая. Ну да. Или еще можно даже чуть-чуть. Не, ну майонез, видишь, такой густой. Ну да. Мне нравится такой подешевле. Такой водичка. Не, это потому что этот сильно жирный. Причем тут подешевле. Жирность. Ну зато этот такой сытный будет. Экономно его откусил и все. Ну чем в майонезе? Говорят, майонез вредный. Ничего там вредного нету в майонезе. Слушайте больше. Все, этих. Хватит. Все. Теперь это все намазываем на этот лаваш. Правильно? И, ну, давай намажем на лаваш. Теперь полученную массу мы намазываем равномерно на лаваш. Теперь сворачиваем его. Да ты ж не двумя пальчиками, а хорошо, бери рукой. Что ты его рвешь? Потому что я говорил, что ты сворачивай. И вот таким роликом. И смотри к бока, а бока у тебя не получаются, ты видишь? Но с той стороны у меня ровный бок идет. Ну попробуй, попытайся и тут выйти, чтобы ровный был. О, уже выходит, давай, давай. Только для... Он трескается, он намокает. Видишь, он пошел лопаться. Я его сильно не буду так нажимом. Ну да. Так, получили такой... ролик. А теперь заворачиваю его в этот пищевую пленку. Бля, меня еще раздражают эти какие-то концерты. Я думал, только в России вот это безумие показывают. У нас такую же херню показывают. А наша украинская неинтересная. Вот так, да? Угу. Ну, чтобы и по краях тоже. Заворачиваем в пленку. Все, и в холодильник на часа два. Друзья, ну, достали мы, прошло уже где-то два часа, достали мы рулеты. И теперь аккуратно... Да не такими, тоненькими. Такими? Ну да.
Вот такая вот закуска получается. Ну что, вкусная? Угу. Вкус супер. Этот рецепт я выложу в описании внизу. Если что, читайте его. Подписывайтесь на канал. Все. Всем пока, до следующего видео.